Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео закупка продуктов из магазина Лента. Ездила я туда одна, в общем, купила всякой ерунды, как обычно. У меня получилось где-то на 7600 в общей сложности. В общем, сейчас вам все покажу. Итак, вот такая закупка у меня получается. Давайте, как обычно, начну я с мяса. Значит, взяла куриные ножки, потом куриную грудку. Здесь взяла куриную печенку, что-то я давно не брала, решила взять, вроде такая неплохая, здесь, по-моему, 650 грамм здесь получается. Потом взяла кусочек говядины, тоже давно я не брала говядину, взяла вот такой, ну, маленький кусочек получается, там самый хороший выбрала из всех, который был, не знаю еще, что буду из нее готовить, но что-нибудь приготовлю, может, как-то с лапшой сделаю, посмотрим. У меня здесь сардельки, вязанка, кстати, вкусные. Сыр вот такой голландский. И вот эта колбаса. Это, я так понимаю, лентовская колбаска. Просто они поменяли этикетку, что ли, или поменяли производителя. Я, если честно, так не совсем поняла. Вот, ну, в общем, она выглядит теперь вот так. 675 грамм. То есть она, в принципе, такая же, я смотрю. Там была разрезанный просто кусочек. Только теперь вот с такой вот этикеткой. Вот. Микояновский мясокомбинат. У меня здесь это завтраки. Детки меня очень любят. Потом на скидке были вот эти спагетти. Барилла, кстати, мне нравится очень номер первый. Они такие тоненькие-тоненькие получаются. Очень классные. Поэтому я взяла две упаковки, так как они были на скидках. И, кстати, на скидке там были не все виды. Вот именно спагетти. Только номер один был на скидке. Остальные без скидок были. Так, а дальше здесь у меня вот эта лапша домашняя. Все хочу сделать сама, но все что-то у меня как-то не выходит это делать. Очень вкусная, очень сильно нравится. Вот способ ее приготовления прям безумно нравится. Кетчуп вот этот мистер Рико, он не такой уксусный, как тот же Хайнц, например. Поэтому я его все время покупаю, и мы его все время берем. Дальше. Было 30% на все масло, как растительное, скажем так, да, так и сливочное. В общем, взяла вот такое, никогда не брала, льняное кедровое, смесь масел. Для салатиков, мне кажется, наверное, будет очень вкусно. Правда, я так понимаю, что льняного здесь, наверное, больше, чем кедрового. Ну, я так думаю. В общем, для салатиков, для разнообразия, не знаю, попробуем. Такое не пробовала ни разу. И еще, девочки, я поняла, что я вообще не разбираюсь в оливковых маслах, скажем так. Я там вообще зависла, я не знала, какое взять. Решила взять то, на котором написано «Производство Италия». Не знаю почему, но, в общем, взяла вот такой и среднее по цене. То есть не самое дорогое. Там, кстати, самое дорогое в районе 2000, по-моему, за литр. Вот. В общем, взяла вот такое. Вообще, напишите, какая марка вот оливкового масла очень хорошая, ну, которая в России продается, да, потому что мне, ну, как-то я вообще там зависла, и самое интересное, что никого еще не было, чтобы посмотреть, кто чего берет. Поэтому решила взять такое, ну, еще повелась на бутылочку, такая красивенькая. В общем, вот такое вот взяла. Готовлю на продукции Италия. Вот, видите, поэтому я взяла. А это у нас импортер, город Химки. В общем, не знаю, девочки, буду ждать ваших комментариев. Напишите, какое оливковое масло хорошее, вообще какая марка производит хорошее. Если сделаю скрин, ну, в общем, запишу, короче, чтобы в следующий раз знать. Соответственно, я взяла вот это масло Вкуснотеево. Очень мне нравится. Другое масло тоже пробовала, тоже нравится. Но тут я подумала, раз скидки, я взяла аж 4 упаковки. Так как я еще выпечку всякую делаю, поэтому у меня все уйдет. Я их кладу в морозилку. То есть в пакетик разрезаю вот так пополам, по пакетикам и в морозильную камеру. И все замечательно, с ним ничего не случается. С маслом хорошее. Вот, очень нравится. Также здесь у меня кефир из Вологды. Молоко, как обычно, большая кружка. Творог тоже вот этот из Вологды очень нравится. Вот видите, большая бадья в моей ленте продается. Сметанка 15%, домик в деревне. И еще домик в деревне взяла вот такие йогурты обычные. Что-то мне так захотелось. Не факт, что буду есть, но прямо захотелось. Причем обычного без добавок. Поэтому вот взяла аж 6 штучек. Тоже, по-моему, по скидке они были. И здесь я еще мальчиком своим взяла вот такие им актимельки со вкусом ириски. Не знаю, понравится, нет.
Так, я здесь еще пропустила. У меня здесь чай. Вот этот вот очень понравился. Вот этот чай, девочки, он очень вкусный. Он сейчас на скидках в ленте. Вот в таких коробочках. Большая упаковка без скидки. Очень вкусный чай. Прям понравился. Прям вообще вкуснее, по-моему, чем Гринфилд. Вот я взяла вот такой вкус японского утра. Очень вкусный. И вот такой насыщенный, богатый вкус Цейлон. У них еще зеленые чаи вот у этой марки есть. Увидите, обязательно возьмите, попробуйте. Так, ванилин еще купила себе для выпечки, а то у меня закончился. Хлебный дом, зерновой хлеб. Багет вот этот оладушки. Очень вкусные багеты у них вообще. Не черствеет, ничего с ними не случается. Очень-очень нравится. Еще вот такой от марки Оладушкин. Я люблю вот этот хлеб. Он иногда пропадает в ленте. Просто можно сливочное масло, небольшой слой помазать. И очень вкусно. Семечки вот эти обалденные. Марка Оладушкин. Также увидела вот такие щедрые хлебцы. С семенами льна взяла. И с укропом и чесноком. Что-то тоже я их раньше не видела. Не знаю, видите, новый хрустящий вкус. Вот это точно понравится моим мальчикам. А вот это я, наверное, буду. И плюс вот такие у меня тоже мужчины мои любят. Вафельные вот эти хлебцы. Они их просто так грызут. Очень вкусные. Так, еще тут немножко молочки. Набрала всяких сырков. Тоже мне захотелось. Вот эти мои любимые сырочки и картошка. Я их обожаю. Мне, кстати, все тоже их стали домашние есть. И плюс еще вот такие. В прошлый раз я как-то брала. Тоже понравились. Вот эти три кота. И еще вот такие тут взяла. Ну, в общем, разные какие-то. С медом. В общем, разных сырочков набрала. И вот эти, кстати, тоже Nesquik очень вкусные. Вот. Дальше немного фруктов. У меня здесь яблоки. Ну, такие, кстати, из Молдавии. Вот эти очень вкусные яблоки. Нам нравятся. Дальше здесь мандарины. Ну, на них, по-моему, скидка была. То есть они, по-моему, не 99, а 65, что ли, рублей. Что такое. В чеке будет видно. Дальше киви. Взяла немножко, потому что что-то у меня какие-то сомнения насчет того, спелые они или нет. Но я обычно, если какие-то фрукты такие не спелые, я их оставляю на столе. Сразу в холодильник не убираю, и они как бы доходят. Вот такие помидоры. На ветке тоже они были со скидкой. По-моему, не 119, а меньше. И огурцы. Вот такие. Тоже, кстати, неплохие и тоже были со скидкой. Дальше у меня здесь вот такой картофель красный взяла. Лук. Вот этот эконом. Кстати, всегда его беру. Хороший лук для приготовления еды. Очень даже. И здесь у меня яйца. Я увидела впервые в ленте. Раньше не видела. Яйца цесариные. Цесарки. Здесь 6 штук. Они не дешевые, скажу сразу. Но они очень-очень полезные. Поэтому я своим деткам вот на завтрак по яичку. Они меня любят. Либо отварные яйца, либо яичницу. Но это, скорее всего, я отварю им яичко. Очень, ну, как бы скажу, обычное куриное яйцо, и все, они съедят. Я очень надеюсь, что они съедят. Видите, они действительно намного полезнее, чем обычные куриные. Ну, и взяла 20 штук еще вот таких куриных. Что-то лентовских не было, поэтому взяла вот такие деревенские какие-то. Дальше здесь у меня соль обычная такая карамельная. И сколько? 2 упаковки сахара. Не знаю, что-то я забыла, есть дома или нет, поэтому... Взяла на всякий случай соки. У меня яблоко, яблоко вишни, яблоко винограда. Мы уже открыли, сыночку в машине попили. Здесь немножко бытовой химии. Кондиционер вот этот взяла. Вернель, кстати, вкусно пахнет. Я в магазине понюхала. На скидке был. Потом вот такой бальзам-ополаскиватель взяла себе. Лесной бальзам с какой-то, видите, вообще он как новинка там стоял. Вот. Но мне кажется, я такой же покупала. Ну или что-то похожее. В общем, попробуем. Также зубные пасты. Colgate. Пользуется мой муж. Ничего не могу с ним поделать. Нравится ему. Ну, нравится, пусть пользуется, да. А себе я купила вот такую пасту. Увидела тоже, во-первых, они были со скидкой. Во-вторых, я что-то, может, не обращала, опять же, внимания. Но, в общем, вот такая, видите, они эффективное отбеливание эмали, снижение чувствительности, защита от кариеса. Ну, вот так вот. В общем, там еще какие-то есть для ароматерапии с разными вкусами. Потом попробуем. И себе еще вот такую зубную щеточку от марки Splat. Мне очень нравятся зубные щетки. Я их обожаю. Щетина с древесным углем. Вот, вообще марку Splat очень люблю. Так, здесь туалетная бумага. Тоже не знаю, мне кажется, есть дома, я еще взяла. Но это как всегда, это как сахар, соль, туалетная бумага, да.
Так, корм кошкам вот такой был тоже на скидке. И второй пакет вот такой взяла тоже, потому что был на скидке. Вот один у меня для домашних кошек, второй для стерилизованных. И сейчас в ленте вот эти вот пакетики со скидкой, которые мои коты не особо их едят. Но, знаете, вот, привередаете, в общем, пусть едят, да, вот тут. Набрала им с разными вкусами. Что, вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас покажу вам чек. Так, и сейчас я вам покажу. У меня получилось 2 чека. Значит, пока буду показывать цены, я вам расскажу, почему 2 чека. Значит, первый чек, который я вам сейчас показываю, на него у меня действовал купончик, который давали в декабре месяце на скидку в январе. Такой фиолетовый купончик. Не помню, за что его давали. В общем, я его взяла с собой, и поэтому мне разделили. Продавец мне долго объяснял, в том числе, почему вот этот набор какой-то тут входит. Сумма по этому чеку у меня составила 3662, скидка 1626 рублей. И второй чек, он уже идет без купончика, но здесь почему-то у меня была скидка, как мне сказали, вот на эту лапшу домашнюю, лентовскую. Я не поняла, на самом деле, за какие заслуги у меня была эта скидка. Ну, в общем, продавец мне долго-долго объяснял, я не стала вдаваться уж в подробности, сказала, что как бы ладно, мне и так все хорошо. И вот по этому чеку сумма составила 3959 и скидка 1206 рублей. В общем, тот, кто из вас ездил в ленту в декабре месяце, вам, наверное, тоже выдавали такие купончики. Вот я решила им воспользоваться, где-то у меня еще один валялся в машине, но в этот раз одним воспользовалась, там что-то от суммы зависит. По-моему, от 3000 там какая-то скидка. Сделали мне скидочку. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.